Run from camp! Она за мной бежит! Где? Она за мной бежит! Ай, за мной тоже, офигеть! За мной бабушка бежит! Вы спросите, почему я в шапке? Почему я в шапке? Да потому что бабушка меня заставила ее надеть. И теперь я должен от нее сбежать. А я помогаю ему сбежать. Здорово, Катагеймер. И сегодня мы убегаем от злостной бабушки. Бабушка в игре. Заставила меня надеть эту шапку. И он не может ее снять, пока он не пройдет полностью эту обе. Да. Побег от бабушки. Потому что если я сниму, она мне... Ну, ты сам знаешь, что. Вы знаете, что она сделает. Покажи бабушку нам для начала. Вот она, смотрите. Вот эта бабушка нам не дает снять шапку с Димона. Да, вот она. У нее всего лишь 3 зуба. Так, смотри, вот у нас какой-то стучат чувак. Короче, бабушка сошла с ума. Быстро убегай из комнаты и все, короче, побежали. Здесь надо добавить какую-нибудь криповую музыку. Окей, а ты мне показывай, куда идти, я же нуб. Давай, рассказывай. Так, я уже прошел. Я задел палочку, и я умер, не задевай палочки. Ты, короче, слышишь, тут можно задевать лаву и конус. А палочки нельзя задевать. Блин, я опять умер. Только вот, да, их нельзя задевать. Давай, проходим. Я прошел. Так, ну тут, короче, зубы и пузыри. Это вставные челюсти и пузыри. Осторожно, здесь пузыри еще плюс. Да, окей, это вот здесь надо быть аккуратнее мне, потому что у меня вот с этим всегда проблемы. У-ху! Так, пузырьки, давайте. Давайте. И... Я буду на печеньке. О май гад, печенька какая-то вкусная. О май гад, я прошел. Уху, ну что, пошли. Пойдем, мы прошли уровень с челюстями. О, смотри, здесь шкаф. Шкаф? И стрелочку туда показывает. Ой, блин, я не люблю такие лабиринты. Давай, я тебя проведу. Так, здесь тупик. Я тебя проведу. Фу, какие щупальцы. Что за щупальцы? Что это такое? Давай пойдем сюда. Давай. Блин, мне крипу. Так, это... Мы по кругу ходим, по-моему, нет? О, я нашел! А может мы вернемся назад? Мы назад вернулись! Я тебе говорю, мы по кругу ходим. Пойдем вот сюда направо. Вот здесь на щупальце направо надо идти. Вот сюда, иди за мной. Вот. Понял? Да. Сделай от первого лица вид, так интереснее, виднее получается. Да, вот. Пойдем сюда, здесь что-то забито все деревяшками. Не знаю, идем. Идем. О. Потом сюда. Нет, здесь мы были. Вот сюда, значит. И здесь не пройти. Значит, дальше там надо идти. Ха-ха-ха. Пойдем за мной. Иди за мной, и ты не пропадешь. По кругу... Вот выход. По-моему, это выход. Нет. Да! Запертая дверь. Во, как раз то, что нам нельзя. То, что нам надо убежать. О, смотри, кнопка. Я нашел кнопку. О, что за кнопка? Ук. О, она открылась. Беги. Окей. Давай, иди сюда. И опять эта бабка тут сидит. Ох ты. О, это что, лазер? Нет, это она сшила. Здесь наступать на зеленое нельзя, да? Ну, это она шерсть сшила. Понял, это она типа спряла такое, это, да? Я уже 2 раза умер, ты уже прошел. Найтмэр. Офигеть, я 2 раза умер уже, прикинь. Давай, папань. Ты не всегда прямо иди, ты иногда... Да, я знаю, вот все, я понял, я просто камеру неправильно настроил в первый раз. Вот и... В самом конце! Блин! Блин, ну то сначала же все хорошо делал, все идеально было, но вот... Это как, знаешь, мне напоминает, это игра пятнашки. Все, я прошел. Все, давай. О, это что такое? Это вот такие комочки шерсти. Я сразу задел. Это комочки шерсти. Да, это же эти, пряжа. Подожди, я прикинь, где появился. Нет, все нормально. Ты что, прошел уже? Да. Вот ты быстрый, а. Я тебе лучше советую не смотреть туда. Ладно, я не буду подглядывать. Тут дверь лучше не смотри. Окей, посмотри, что там происходит. Иди сюда. О, нифига себе! Смертельные трюки называются, а как это? Вау! Тупик забил! Да ладно, реально? Тебя разрезало. А ну-ка я пройду, а по крови по этой можно ходить или нет? Да. Ну ладно, так, они пошли вверх, они пошли вниз, я прохожу. Есть, я прошел! Я тоже! Круто! Инферно фурничер. Это значит мебель из ада, понял? Слышь, надо опять сюда добавить криповую музыку. Ага, или адская мебель. Я прошел, нифига себе, я как-то быстро прошел. Блин, и все это ради того, чтобы шапку снять, офигеть. О, смотри. О, это же котенок. Это Сермел, это Деннис. Деннис, точно. Да, я смотрел у него анимации в Роблоксе. И давай. В Роблоксе машине. Камон, я прошел. Нифига себе. На удивление быстро, да? Коричневый Сермел. Мы на кухне, кажется. Да, это кухня, реально. Воу. Ну-ка, яичница. Ай! Яичница. Нельзя было задевать бекон?
Нет, нельзя было все задевать. А как я прижарился. По сковородке надо было. Я поджарился. Надо было по сковородке. Так сковородка горячая же. Нет, нельзя по сковородке. Смотри, я иду. А, по краешку? Нет. Нет, видишь, ты тоже поджарился. Может, видимо, наоборот, надо по яичнице. И по бекону, понял? Ой! Да почему по сосиски? Я умер? Все, я прошел, да. Короче, по яичнике, по бекону, потом на лопатку. Нет, ты в воду встал, надо вот там на сосиску прыгать. Да, 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 да. Так, давай. Так, так. На лопатку. Так. Да блин! Сразу из сковородки на лопатку прыгай. Не прыгай на землю. Вот на лопатку прыгай, вон. Вот. Теперь на сосиску. Ну или на яичнице, неважно. О, малой, давай, пойдем. Смотри, какой сэндвич. Офигеть, можно я его съем? Я внутрь него зашел. Я тоже, смотри. Фу, у него тут глаз. О, бабка, бабка огромная. Смотри, чтобы она тебя не раздавила. Она делает пирог. Она тесто делает, надо пробежать. Я успел. И ты успел? Да. Красавчик. Washing things up. Это значит отмыть это все. Все отмыть. А, ну здесь легко. Ой, а можно я покатаюсь на уточке? Давай, поехали за пельмешками. А почему за пельмешками обязательно? Ну, потому что куки-крамбл. Куки-крамбл, печеньки, значит. О май гад, печеньки. Они переворачиваются, ты что мне все портишь? Такой вообще. О май гад, печенька какая-то вкусная. Взял подо мной, разломал все печеньки. О май гад, какая печенька ты вкусная. Офигеть, вообще вкуснее. Вау, смотри, это делают, это вот так делают. Подожди, здесь надо перепрыгивать, ты уверен? Да. Через эти штуки, да? Может? Вау, смотри, здесь портал. Портал ва... Я задел. Блин. Портал ва... Так, давай, чё? Давай, заходи. Вау, Месси Пейн. Фу. Не, не Пейн, а Пейн. Слышь, это... типа запачканная краска, ну, вернее, беспорядок прошел. С краской, я тоже фу, прошел. Фу, посмотри, пап. Чё там? Щупальца. Щупальца оттуда. Мы же мимо них бегали в лабиринте. Точно, это, наверное, там... О, опять криповый рамп. Опять криповый рамп. В какую сторону? О, я знаю, смотри, я знаю. Ну, давай, я пойду за тобой. Надо вот здесь. Вот здесь. Так, давай, ладно. Я буду тебе говорить. А вон чувак пробежал, иди уже, вон он прошел. И вот здесь, смотри, тоже. Видишь, я за чуваком иду просто. Я знаю один способ, как это. Да, я знаю, мы уже все знаем этот способ. Посмотри! Dangerous paint job, опасная раскраска. Посмотри, какая бабка огромная. Где, где, где? А, вон она сидит, нифига. Knighty Grighty. Knighty and Grighty. Нити and Gritty, наверное, так? Нет, Knighty and Gritty, я не знаю, что это значит. Во. Давай, пошли. Там Grand Match, это там было про Grand. А, блин, я упал. А, надо по этой ниточке идти. Так, 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 идем. Ой! Эти нельзя задевать, наверное, чупа-чупсы. Ой, не чупа-чупсы, а булавки. Это же этот, чтобы, как они, чтобы вязать, для вязания спицы это, понял? Это не, ну, не чупа-чупсы, это спицы. Да блин! Чё такое? Почему вот на этой я вот не умираю? Давай, давай, Димон, давай! Давай, молодец! Ну что, погнали дальше по этим пулов. Ну, это погнали, как... да, это спицы для вязания. О, вот эта бабушка, конечно, молодец. Эч. Только не говорите, что мы сейчас ей в желудок попадем. Мы ей не в желудок, а в рот, наверное. Ой, меня засосала бабка. В рот? Да. А ну-ка, я просто... ты все печеньки расшатал. А, меня тоже засосало. Сейчас я появлюсь. Это не я расшатал, это они сами. Фу, посмотрите. А, мы у нее в животе. Фу, она ела гамбургеры и всякую чачу. Нет, у нее во рту. Фу, смотри, она гамбургеры всякие чачи ела. И сосиски какие-то. Фу, как неприятно. Фу-фу-фу-фу. Блин, я под колец задел. Она бигмаки по утрам ест. Бигмаки? Да. Ну да. У нее водоросли в животе. Причем интересно, что у нее вся еда, она целая, не переваренная, да? Да. Слышь, смотри, у нее тут водоросли. Фу, противно. У нее там все уже прогнило. Давай, быстрее. Я иду. Ну что, я прошел наконец-то, погнали. Давай. Фу, смотри, реально у нее водоросли. Вообще жесть. Оп. Через них надо перепрыгивать, оп. Да? Так, я прошел, ты прошел, да, вот вижу, рядышком бежишь. Блин, ну почему я задел? Кто сделал это обе? О, я знаю кто! YouTube Pakstaber. Подожди, ты мне-то подскажи. Тут, смотри, тут вопрос, вот, все, YouTube я прошел, Pakstaber. Да. Сюда? Да, YouTube Pakstaber. Видите, обе has Pakstaber not made. Не, которого он не делал. Summer Camp Obby или Grandma House Obby. Да, вот и Summer Camp, да, как, летний лагерь он не когда, делал. Когда впервые вышла эта игра? Я думаю, в 17-м году. В 17-м, да. Что это за игра? Это новая и оригинальная идея. Давай сюда заходим, по-любому. Так, все. О, я
представляю, сейчас мы у нее через 5-е место выйдем. Смотри, я тебе расскажу лайфхак. О, тут ускоряется. Да, ты просто, ну слышишь, у меня сидит, ты просто прыгай, и ты будешь нормально. Ты как бы затормаживаешь. А, да-да-да-да-да. Окей. У-ху! Ничего ты подсказал. Gotta go fast. Окей, идем на выход. О, а как мы оказались в... Run from camp! О, она за мной бежит! Где? Она за мной бежит! Ай, за мной тоже, офигеть! За мной бабушка бежит! Нет! Я не буду носить твои наглые шапки! Меня машина сбила! Я не буду носить твои наглые шапки! Никаких шапок! Я не хочу шапку! Че, умер? Да, я там какую-то трубу задел. А меня машина сбила. Блин, я тебе скажу, это мега сложно. Вообще нормально. Gotta go fast. Сделай камеру подальше, подальше сделай. Gotta go fast, go fast, 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 fast. А, машина, 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 я прошел. Она за мной гонится. Как ты еще назад успеваешь посмотреть? Я вообще не успеваю. О, тачки Симпсона. Тачка Симпсона. Офигеть. И... Есть, я прошел тачку Симпсонов, я сейчас тебя догоню уже. А, фу! Я через тачку перепрыгнул! Тихо-тихо! А, я тоже через нее! Есть, я прошел! Я прошел! Есть, я тоже прошел! И меня бабушка переехала! Смотри, вот она! Нифига, ее там заколбасила, посмотри в конце! Она перевернулась! Вот так, бабушка, получи, я снимаю эту шапку. Наконец-то, Димону, свобода. Короче, мы прошли грейд на лобби. Пошла она отсюда. Шапка улетела. Смотри, я тоже летать умею. Пи-пи-пи-пи-пи. Ладно, на этом на сегодня все. Классное было обе. С вас лайк. Обязательно смотрите следующее видео. Всем пока. Ка. Пока.